Привет, Винни-Пух. Его? Винни-Пух, привет. Пойдем почистим. Пожалуйста, 6 часов вечера. Винни-Пух вывалился из дома. Винни-Пух, ты знаешь, сколько время? А? Сколько время, ты знаешь, Винни-Пух? Да. Здесь вечера какие-то собаки гавкают. Наверное, наша волчишка. Все, я никак не увидела, как вот эти вот доски обрезали. Блин, пропустила. Все пропустила. Только как положила, пропустила. То как обрезали. Ну, идем. А, что мы идем? Смотрите, что мы идем. Во, сколько добра. Во. Такой вот набор за 12,98. Кофе чибо. Ну что, прикольный килограмм и подарочная упаковка. Очень даже неплохо. Сивля сейчас поругалась. Говорит, мне, купишь мне пиво? Я говорю, как я тебе куплю пиво, если ты пьешь антибиотики? Она говорит, все, я уже 3 дня пропила, достаточно. Хватит. Представляете? 3 дня для нее хватит. То у нее руки чешутся, то у нее жопа чешется. То еще что-нибудь, в общем. Категорически она не собирается пить. Ой, это не Юля, я не знаю. И сейчас вот я просто чувствую. Просто чувствую. Не знаю, каким местом, но чувствую, что будет скандал. Так что надо купить детям. Это выдвинулись, не пошли бы. У Ромашки и у Гоши закончились баночки. Думаю, надо идти. Вот. В путь пошли. Я все думала, что это такое, что это такое? А это, оказывается, бульоны. Там куриный, овощной, говяжий. А я думаю, что это такое. Теперь поняла. Ну, как концентрат или что-то такое. Так, еще будет, не помню, в каком магазине, будет паштет. Вот такой, как мы брали свиной. Вот такой будет говяжий. Ой, не говяжий, а птичий, куриный. И Юля говорит, давай возьмем, попробуем. Я говорю, ну давай. Ну, к слову, настроение аж пропало все. Ладно. Так, идем дальше. Боже, какой у вас веер. Веер вот так вот, хорошо. Сейчас хочу специально показать. Вот потратили 35 евро. Вот сами посмотрите, что мы взяли. Я считаю, что, не знаю, может, ну, я что-то как-то не замечала, как-то так подорожали. Мы с Ларисой пришли, думаем, посмотрели в чеке, думаем, куда. То есть сдали бутылок на 11 евро, на 11,25. И у нас было 25 евро. Представляете? Ну, 35 евро, в общем, мы потратили. Вот что купили? Мы купили 2 песка. Да, 2 песка котам. По 3,15. Вот, это сразу я положила за холодильник, чтобы они тут не валялись, они блуждали. Вот 2 песка. Вот песок подорожал за 2 года. Он стоил 2,70. Угу. 2,69, 2,70. И вот сейчас 3,15, прикинь. 45 копеек. Ну вот. 45 центов. То есть дорожал. Так по чуть-чуть, незаметно, но вот подорожал. Так, значит так. Мы взяли вот такое тесто. Это тесто копеечное. Сколько 89 есть? Центов. А? 89 центов. Ну вот 89 центов. Ну, копеечное. 9,4, ну вот 89. 90 копеек стоит 9,4, 36, 3,60 уже. Ну вот. 4 теста мы взяли. Вот такое. Ну это надо. Слоеные слойки нам надо будет, хорошо будет. Потом 2 десятка яиц. Вот вообще я взяла 4 десятка, но 2 мне пришлось отдать. Ну да. Потому что мне не хватило денег. Да. 2 десятка яиц. По 2,29 или что такое. Ну по 2,30 считай. Потом мы взяли хлеба. Весь хлеб, вот что мы взяли, вот такой, это цельнозерновой хлеб, и весь хлеб минус 50%, да, сестра? Да. Вот этот стоит маленький евро 49 напополам, ну, значит, 75 копеек, 3 хлеба я купила, а тот стоит 2,49 напополам, евро 25. Ну, вот тоже получается 75, это получается 2,25, 4 евро хлеб, считай, в общем. Так это минус 25, если бы... Минус 50%. Ну, минус 50%, то есть, а так бы получалось бы 8 евро. Ну да. Вот. Цельнозерновой, хороший хлеб. Затем мы взяли... Гошенька и Ромашки, сейчас вот такую вот упаковку. И это все, что было, ну, у нас и денег уже.
не хватило бы. 15 штук. Если было больше, да. Вот, вот такую вот паштеты вот эти взяли. И все, и я взяла себе. Вот, Ларису попросила, говорю, Лариса, это так пиво, это так мне нравится. Вот. Говорю, возьми, пожалуйста, мне пиво. Все, Лариса мне взяла 6 бутылок пива. То есть получается одно пиво евро 25. Ну, бутылку сдаем 25 центов. Значит, получается 1 евро. Вот 6 евро за пиво. Все, больше ничего. Хоть бери его и пересчитывай, правильный чек или нет. Ну, представляете, гляньте, ничего не брали. Это все, просто пипец. Все, больше ничего не брали. Это ключик к нему. Волчоночка. Все. Вот представьте, яйца, тесто слоеное, пиво, 2 песка и хлеб. Все, ну яйца я сказала. Все, больше ничего не брали. Никаких ни овощей, никаких ни фруктов, никаких ни мяса, ничего в общем. Вот я считаю, что очень дорого. 35 евро вообще ни за что. Как-то мы так сейчас посмотрели. Тоже мы, этот, когда я была в турецком магазине, помните, вот он на 25 евро скупились. Угу. Потом стали с Юлей, ну, я уже посмотрела, насколько я купила крылышки, насколько купила корочка. Вот. И ничего не понятно. 2,5 килограмма выходит, значит, 38,90. А если по килограмму брать, он стоит 2,90. То есть он тебе и то получается меньше, он получается 8,70, но 3 килограмма. Да, получается, что брать в маленьких пачках, ну, по килограмму, выгоднее. Может, там не по килограмму 800 грамм? Нет, килограмм, да? Может, она просто неправильно мне посчитала? Не знаю, в общем, в следующий раз пойдем в турецкий магазин, специально посмотрим. Вот так вот будешь теперь вот так вот. Не, ну мы и так смотрим на цены, то есть смотрим, где какая акция, где не берем там, если это там без акции, что-то мы хватаем. Мы такое не можем. Есть там авокадо, если по акции. Я уже рассказывала. Так авокадо будет вот на этой неделе, на следующей по 75 центов. Если а ты хочешь... что-то купила авокадо и ни одно не съела? Будем сейчас. Нету все равно никаких у нас овощей там капусты. И еще просто повезло, что были эти деньги 25 евро, ну, как да. Вот с турецкого магазина стали. Она говорит, карта не работает. Так она до этого очередь предупредила. Я услышала, что карта не работает. Думаю, ну это она не мне говорит, это она мужику сказала, что карта не работает. Хорошо, она хорошо, что было так немного. Да, времени. Она мне говорит, найн карта. Я думаю, тю, не поняла, как это найн карта. Так что ж я же хотела вот это сказать, что представьте, ничего такого не берешь, практически нет, вот я же говорю, такого основного ни мяса, ничего. Теперь, знаете, так вот, и пересмотрю, ну 6 евро этого пива. А, ну, больше 6 евро 25 там получается. На 7,50, да? Да. Приходит Юля сегодня утром. Сегодня суббота. И говорит, посмотри, что у меня делается с руками. У меня на руках сыпь пошла. Да, вот тут вот так вот ночью, я не знаю. Мы вчера с волчонком гуляли, вот пошли прямо там к озеру. Я потом вот это вот все вам сняла видео. Вот, все рассказала ж вам, вот, и пошли, а там сильно зелено, я не знаю, не то ли совпадение такое у меня, как только я туда хожу, может там какое-то растение, меня сразу начинают чухаться то руки, то ноги, то лицо, то глаза у меня плывут, какое-то я вообще, то ли совпадение, то ли я не пойму, что такое, я в общем ночью так вот вся чухалась, вот тут у меня, и она, знаете, вот так как сыпь. Я такая говорю, антибиотик, что ли? Говорю, ну антибиотик же все равно надо пропить. Ну, в общем, Юля со мной говорит. Если... Я 3 дня пропила, и все, на сегодня я заканчиваю антибиотики пить, я же буду пить пиво. Так нельзя пиво пить. Еще раз тебе повторю. Мне уже можно. Еще антибиотики раз. Я пила утром, а пиво я пью вечером, это, практически ночью. Я тебе еще раз говорю, нельзя. Ты можешь пойти, возьми Google и спроси, можно ли пить пиво после того, как сегодня утром приняла антибиотики? Можно ли их пить на Если завтра? Если ты утром принимаешь антибиотики, то выпить пиво можно вечером. Нет, Юлечка. Если ты принимаешь антибиотики вечером, то пиво можно выпить утром. Юлечка, ну ты ж не с Ильфа и Петрова. Кого? Вот я тоже так думаю. Это не про стулья а речь, а про здоровье. Мне не надо учить. Слушайте, это просто пиздец. Еще с такой рожей мне говорит. Говорит, попробуй мне только не купить пиво. Я не так сказала. Говорит, я пойду и сама куплю. Я говорю, иди. Пойду, сама куплю, ты придешь.
А она же с волчонком стоит под магазином. Я... Видишь, я не пойду, я не куплю тебе пиво. А я говорю, ну не купишь, я сама пойду куплю. Ну все. И Лариса застрашала. Так, она мне говорит, а что так мало скажу, купила? Пиво не купишь, с магазина не выйдешь. Поэтому купи. Ой, с магазина не выйдешь, это вообще, это не Юля, конечно. Ой, я вот это, ты там не видела этого деда на мотоцикле, прямо не бачила? А, который то на тележке такой? Да, ну я, честно говоря, вообще удивилась, мне, для меня лично дикость. Знаете, такие вот, есть инвалидные мотоциклы, они как не мотоциклы. Электроколяски такие. Да, вот. Четырехколесные, у них есть номера, они ездят по транспортным вот этим, ну я по дороге. Есть у них номера, они зарегистрированы, то есть это как транспорт. Он подъезжает, он довольно-таки не маленький, это, знаете, он не мопед, я даже не знаю, как не коляска она, а вот прям такой вот, ну, как мотоцикл, как, знаете, вот раньше был с коляской, он такой четырехколесный. И он как-то так подошел к двери, к магазину, мужик, вот, и так думает, чьи вставать ему, чьи нет, а потом думает, да нет, можно и так ехать. Так я можно что, ехать, это, можно. Это, наверное, положено там? Разрешено. Это разрешено, просто я такая удивилась, думаю, как он там будет, в общем, заворачивать, там стоят же что-то вот возле хлеба прям, ну как. Да, там узкие вот эти, да, вот проходы. Да, я такая думала, интересно, а как, думаю, может он туда не будет, ну, как, что-то мне... Что-то я не поняла, куда он, кстати, поехал. Он заехал и поехал так вот прямо, ну, то есть сюда, не вот, ну, не на овощи, а вот сюда к кассе так прямо. А, ну, может быть, он так вот, может, прямо он поехал, там это завернет. Я так, знаешь, так немножко думаю... Как-то, думаю, не боится, то есть там такие проходы, так они еще. А там тоже, где прямо, там стоит регал огромный. Ну, в общем, какой-то такой шумахер, который, знаете, ну, я считаю, наверное, это не совсем, наверное, правильно, хотя, да, я считаю, значит, какое-то должно быть сопровождающее лицо с ним быть. Если, ну, целая вот эта бандура, а если он наедет на кого-то. Практически транспорт едет по магазину. Да нет. Ну как нет? Здравствуйте. Он не наедет. Ну ты, наверное, не поймешь, о чем я речь. Видел? Я его видел в магазине. Ну так вот, как это, мотоцикл? Ну как он на тебя наедет? Вот так не будет, откуда я могу знать? Может, у него плохое зрение. Ну он же ж не едет 60 километров. Так при чем тут? Он тебе ногу может переломать, не дай бог. И тебе другой бабке какой-нибудь. Она тоже будет слепая. Это ж магазин, это ж не... Я считаю, что, ну не знаю. Я лично была немножко удивлена. И я считаю, что это, ну, как-то это неправильно. То есть это как бы ущемляется. С собаками заходить нельзя в магазин, с кошками нельзя, а вот с таким мотоциклом, в общем, короче, можно. Даже несмотря, понятное дело, что у него здоровье там, ну, человек нездоровый, ну, я имею в виду, что-то, ну, они, может, больные, или, ну, как-то же он залезет на этот мотоцикл. Значит, он также и может слазить. Я считаю, что это неверно. Я видела, красный, я да, еще... такой какой? Да, прям такой, красный такой, прям такой. Красный. Я еще смотрю, думаю, ля, номера, то есть, думаю, зарегистрированный этот. Ну, и не знаю. Но по дороге вот тоже ж нельзя ехать, они ж едут по тротуару. Не, он по дороге ж ехал. Уехал по дороге? Да. О, прикинь. А вообще, вот сколько я вижу, всегда по тротуару едут. И ехал по дороге не оттуда, как с домов, а как вот тут сверха. Так. Еще, ну, интересно. Ну, в общем... Хорошо кончается, но факт остается фактом. Это хорошо, нам еще не надо корм. Ни лялечки, ни детям не надо. Что это такое? Да, у нас корм практически есть. И для волчонка, в общем, для всех детей корм есть. И вот купили вот только вот эти баночки у нас. Гоша и немножко ромашки. Гоша баночка и ромашка тоже есть баночку. Утром. Теперь утром. Он требует, не то, что ест, он Юлю будет. Только рассвет начинает брежить. Это, да. Представляете, 4 утра. Он, Юля, вставай, пошли. Ну да, я встаю, вот это я открываю баночку. Даю. На кухню поставлю, он поест. Потом уже заходит, уже делает потом свои дела. Там, в туалет. Так, говорит, давай баночку. Так прям давай. Ну а что, если он просит организм, уже старый, значит надо. Ну от этих баночек никто не отказывается. Ну просто у некоторых есть... Расстройство желудка. Лялечка не ест такую баночку. Да, лялечка не ест. У батона расстройство желудка он есть, съест, а он их любит. Просто конкретное.
А у тигрули тоже нету никакого расстройства. А ей редко дают. Ну, тигруля, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не злазить, тигруля кушает. Надо же еще для зубов давать твердый корм. Нельзя в таком юном возрасте есть им один мягкий корм. Коты и кошки должны есть корм, чтобы у них очищался этот налет, и тогда будут хорошие зубы. А если тут как батон есть, по две штучки, а потом требуют банки. Это же не хорошее воспитание. Вы видели его, как он... Ты сидишь на туалете, а он так тебе подходит на ванне, садится и голову ложит тебе на плечо. Да, вот так вот садится тут рядом, вот так ложит голову. И песню поет, в актоши его песню ни с кем не спутаешь. И начинает. У него все разные голоса, как люди. Так что такие пироги. Но он певец уникальный. Так, ладно, выпью я баночку пива. Да нет, сколько раз тебе говорить, оставь на завтра хотя бы. Отстань. Я тебе серьезно говорю.